Добрый день, сегодня Квок. Отчии, говорят, лучшие, да я и сам так считаю. И он красный, новый, стильный, молодежный. Естественно, я его не покупал, его мне одолжил мой ученик Владимир, он его купил. Красный чуть дороже, чем черный, а черный у нас вот такой вот, очень хороший, мой основной. Коробочка сразу вижу потолще. То, что я сыну покупал, тоже отдельный квок, и коробочку он хранит. Там она потоньше будет. Отличается вроде бы только цветом. Ну, на всякий случай, посмотрим здесь какие-то буковки LE. Квок написано, часы Рубика. 2024, свеженькая. Нарисовано два квока, но внутри, конечно, будет один. Просто с двух сторон. И всякая тут китайская техническая информация. Куплен на AliExpress, 200 с чем-то тысяч рублей, кажется так. И что внутри? А внутри он не красный, он какой-то другой. Но это, ой, сколько всего много. Я, конечно, это уже видел, но ковыряюсь сам в этом впервые. Здесь клок. И да, тут красненький, тут розовый. Такой, больше персиковый. Кнопочки, магнитики. Все красивенько. Вращается. Где-то должна быть подставочка. Ну, подставочка была. И причем точно такая же, как у этого клока. Видимо, Владимир ее забыл обратно положить. Но вы мне поверите, она была. Дальше. Что это такое? Это запасные вкладыши. Если вам этот поросячий розовый цвет не очень понравится, то вот, какие-то тут, я не знаю, что это, какие-то лягушки с глазами. Причем они вот все разные. Здесь какая-то другая зверушка, тоже с глазами. Здесь, я не знаю, что это, напишите в комментариях. И такое уже более китайское коричневое. Ну, видимо, это один комплект, а это другой комплект на разный возраст. Или на разные вкусы. По идее, можно чередовать их как угодно, комплектовать, хоть с розовыми менять. Думаю, это не возбраняется. Так, сразу по бумажкам, чтобы с ними разделаться. Карточка квок. Инструкция квок. Ну, на черный, неважно. Карточка клок. Карточка клок-клок, клок-клок. И какой-то этот покемон. Ну, этот Геге, герой роликов, видимо, должен стоять. Так вот. Но стоит. Больше нет ничего. Только вот эти вот, как это называется, конфетти от вырезанных трафаретиков. Все это грузим обратно. И к самому клоку. Правда ли, что он отличается только цветом? Наверное, да. Давайте сначала сделаем вращение на черном. Ну, конечно, на нем там много сборок уже сделано. Я хоть и не клокер, а клоки тем более на канале плохо смотрят. Но как-то я готовился к соревнованиям и пособирал его знатно. Ни разу, кстати, не смазывал. Возможно, зря. Сухие клоки, говорят, быстрые. Ну, вот какой-то вот такой. Что с этим? Ну, видно, что новый. Владимир его почти не собирал. Пару раз, наверное. И вращается он, ну, точно так же. Просто он еще не раскрученный. Что же это значит? Нас обманула команда Чи? Да нет. Просто выпустила новые расцветки для квока, чтобы кому-то не было скучно. И если вы впервые приобретаете квок, то у вас есть выбор. Красный стоит чуть дороже, там на 100-200 рублей. Но зато с ним еще два комплекта вкладышей, и вы можете кастомизировать свой квок. Напомню, чем хороши клоки от Мафанга. Тем, что они, во-первых, магнитные,
как и у Samsung, главного конкурента бюджетного. Они разбираются, в случае чего там где-то что-то подправить. И их можно смазывать там внутри, менять вкладыши, даже на кастомные какие-то. И все будет красиво. Ну и они просто быстрые, хорошие, не требуют никаких усилий перед началом сборки. То есть, если вы новичок, вы можете просто взять клок и собирать. Раньше были клоки Лингао, с ними надо было плясать, что-то делать, настраивать, либо долго усиленно притирать. Здесь же нет. Ну давайте соберем. Здесь вот мы видим, что вот циферка, которая обозначает 12 часов, черненькая, а здесь беленькая на красном фоне. Да, и колеса у нас тоже двухцветные. Здесь красный, здесь... Да, с одной стороны красный, с другой такой персиковый. Ну, в принципе, как и на черном клоке, белый-черный. Давайте соберем что-нибудь. Так. 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 Крест один. Собираем дальше. Раз. Два. Три. Четыре. Сразу сюда. Нет. Сюда. И вот сюда. Ну и клок собрался. Просто ровно такой же клок. Я не вижу, что в нем что-то поменялось. Ну, давайте для сравнения я соберу и обычный черный. Сейчас чуть получше перемешаю. Черный, конечно, быстрее, но только из-за того, что он разработан. Поначалу черный был примерно такой же, как и красный. Собираем. Здесь так. 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 Пишите в комментариях, за сколько собираете клок вы, как вам нравится эта дисциплина и купили вы бы красный цвет. Я, конечно, покупать не буду. Владимиру спасибо, что одолжил. Хороший клок, точно такой же, как черный, но другого цвета. Мне визуально черный нравится больше, но красный, розовый, персиковый смотрится посвежее. Ну, при желании можно цвета поменять. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.